Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием War Robots. На самом деле важный момент, друзья, важный, потому что только от ваших лайков зависит, буду ли я продолжать играть в эту игру или нет. Ключевая серия, так сказать, поэтому если она вам нравится, то обязательно поддержите. Расскажите своим друзьям и так далее. Ну а мы с вами продолжаем делать важные дела и идти, так сказать, громкой поступью по миру War Robots. Потому что у нас тут с вами Ареста уже готов на 10%, даже на 12%, я бы даже сказал. В общем-то, это весьма неплохо, на мой взгляд. Ребят, такими темпами Ареса создадим, а там уже и можно уже надирать, так скажем, врагов, потому что я думаю, что это все будет довольно-таки успешно. Итак, мне нужно выиграть всего лишь один бой для того, чтобы получить 20 монет и, соответственно, открыть конвертик. Как видите, у меня здесь не хватает как раз-таки этих 20 монет. Это будет последняя, кстати, особая поставка, поэтому надеюсь, что все будет ок. Здесь я продолжаю копить на огромный ящик, потому что я так посмотрел, на самом деле здесь вот за обычный этот, за 100 ключей нет ничего интересного, а вот за 1000 определенно есть, поэтому да. Так, собираем голду, там, по-моему, слева у меня больше ничего, да, больше ничего нет. Ну все, погнали в бой, я думаю, что долго тормозить не будем и очень надеюсь на то, что мы с вами довольно-таки быстро, давайте даже я все активирую ради, так сказать, контента. Очень надеюсь, что мы с вами быстро получим конвертик и сможем получить из него что-то топовое. Больше всего, конечно, хотелось, наверное, бы робота. Ну и пушка хорошая тоже сойдет, в общем-то. Давайте сюда заспавнимся, потому что мы сможем с помощью Dragon Calamity выносить неплохой урон. Так, сразу давайте выпускаем сюда ракеты. Это не захват, как бы, контрольных точек, поэтому мы просто идем с вами сразу дамажить. Здесь вот именно такой режим, он очень активный, то есть здесь сразу же будет происходить довольно-таки горячо все. Давайте можно сразу начинать дамажить сюда. Ой-ой-ой, жалко, что у меня ракеты пролетели немножко не туда, куда я хотел. Ну, в общем-то, вы сами все видите, ребят. Это... Да, есть. Это килл, это килл. Хорошо, что хватило... Так, давайте я, наверное, израсходую боезапас, для того, чтобы у меня перезарядочка прошла. И у меня был полный боезапас. Так, 250 метров. Погнали. Да, я знал, что у него эти пушки будут, поэтому специально отошел. Конечно, мои пушки тоже лучше дамажат, если я близко нахожусь, но его будут дамажить сильнее, поэтому я сделал все абсолютно верно. Блин, перезарядочка, к сожалению. Сейвят его, сейвят. Да нет, нет, ну, пожалуйста, сюда. Фу, хорошо, супер. Теперь уже можно пострелять и сюда. Галахат, а ты не хочешь меня прикрыть? У тебя щит вроде бы как есть. Было бы довольно-таки неплохо. Нет, нет, не хочешь, нет. Ну да, действительно, зачем? Зачем? Зачем это делать? Не надо меня прикрывать. Я и сам справлюсь, наверное. Так. Трипл килл, ребят, со старта. Тупо со старта трипл килл. Мне кажется, весьма неплохо. Так, сфокусировались. Начинаем дамажить сюда теперь. Сразу отходит, ребят, заметили, да? А, не, смотрите, он даже наверх поднялся. О, этот чувак сразу отъедет очень быстро. Чё-то он не очень-то понимает, видимо, что надо делать, потому что сразу это у нас с вами еще один килл, который у меня застилили немножко, но ничего страшного. Мне главное быть в топе по урону. MVP мне полностью устраивает, как бы я не собираюсь прям гоняться за киллами, мне просто главное уничтожить как можно больше. Даже не то, чтобы уничтожить, просто нанести как можно больше урона. Так, один чувачок у нас уже отъезжает. Я пока, в общем-то, чувствую себя более-менее нормально. Могу даже подхилиться, могу даже и не хилиться, потому что я и без подхила чувствую себя норм. Но подхилюсь просто, чтобы именно на Наташке развалить побольше противников. Так, еще один килл, найс. Блин, вот этого застилить было бы прикольно, но нет, не выйдет. 6-4, я не знаю, кто у нас там умирает, у нас реально какие-то нубы по ходу дела там. Блин, на самом деле он может сюда заспавниться сейчас и очень неплохо меня размотать. Поэтому мне очень разумно было бы отойти сейчас отсюда. Да, это у них спавн-точка, поэтому они могут сюда заспавниться, надо быть аккуратным. Давайте я туда выпущу ракеты в надежде на то, что они попадут. Нет, к сожалению, не попали. Так, ладно, вижу, что они сейчас спавнятся на двух точках в основном. Раз, два, три, четыре, а где пятый? Или их там три? Да, их там три, окей. Понял, понял, не проблема.
Давайте вот этого немножко продамажим. Вижу, что у него довольно быстро тратится ХП. Он с пушками ближнего боя, поэтому мы можем себе... Блин, вот как не вовремя перезарядка. Я не смогу его добить, к сожалению. Да, его добивает кто-то другой. Но ничего страшного, мы как бы все еще у нас все наши чуваки в строю, так скажем. Как красиво-то сразу я еще и добился этой ракеты. Редко такое получается, на самом деле, ракета не самая лучшая. О-о-о! Чё-то, ребята, они прям... Нифига себе! А как это у них так получилось? Они... Я вообще не понял. Слушайте, это точно не боты? А как так вышло-то у чуваков, что они все сразу заспавнились? Как будто бы ждали, лол. Это очень странно. Я такого еще не видел, по-моему. Так, давайте я тоже запрыгну вот сюда, вот, пожалуй. Чё-то это как-то очень подозрительно, если честно. Ну, блин, направься вон туда вот. Ну, пожалуйста, направься. Да, отлично, хорошо, хоть добили. Вот в этого немножко постреляю. Он по-любому сейчас щит поставит, поэтому... Да, все, он уже поставил, значит, мне сюда стрелять уже нет особого смысла. А вот сюда вот можно чуть-чуть прострелять с Гриффином. Гриффин, конечно, это уже совсем не то. Мой основной робот это Наташечка. Но тоже можно нанести какой-то дэмэдж. Ага, там Титан подъехал, да? Да, там Титан. Кайф, ребят, тупо кайф. А у нас Титан будет вот... Я вот, интересно, сколько я участвую в боях, ребят. Я заметил, что реально никогда у нас в команде Титана почти нет. Всегда почти что вот абсолютно всегда Титаны во вражеской команде. В своей команде я Титанов видел, может, раза два, наверное, за всю игру. Закон подлости, друзья. Тут как бы ничего не поделаешь. 12-11 они уже отбивают счет. Ну... Сейчас надо сосредоточить огонь именно на Титане, потому что я боюсь, что если мы будем стрелять по обычным роботам, то Титан за это время размотает всех остальных, поэтому важно попытаться... Все, отлично, минус Титан. Хорошо, и теперь можно, в общем-то, по обычным мехам пострелять. Не знаю, такая себе ситуация, 13-13, конечно, вроде бы как численное преимущество на нашей стороне, если я не ошибаюсь. Блин, он хилится еще решил, да? Ладно, давайте я тогда тоже. Гриффин не самый лучший мой мех, но я подхилюсь просто потому, что надо попробовать занести как можно больше 13-15. Да, ребят, печальная история по ходу дела у нас тут с вами оборачивается, потому что счет уже в их пользу и по, ну, как бы, количеству мы пока наравне. Остается надеяться, что их ангары менее прокачаны, чем наши. Наверное, это единственная такая... Такое мое пожелание. Давайте попробуем втопить тоже. Жалко, что они не ждут. Жалко, что вообще не смотрят по сторонам. Мы могли бы здесь вместе, конечно, наверное, больше дэмэджа внести. Вот я поэтому тогда пока что постреляю. Пока они уничтожают танка, я постреляю по этому чуваку. Нормально. Теперь я могу им помочь. Так. Так. Хилюсь. Есть контакт. Теперь сюда. Есть контакт. Да что? Нифига себе, я с тандеров стреляю и... Не ваншот даже вплотную. 16-15, между прочим. Мы сейчас чуть-чуть выровняли счет. Правда, он сейчас снова будет 16-16, потому что я уже отъезжаю, к сожалению. Блин, остался у меня только Лео. Это мой самый слабый робот. К сожалению, он вообще не прокачан. У него единственное, что есть более-менее мощное, это вот этот вот Зевс. Зевс, да, он ну, не то чтобы нормально лупит, но... Скажем так, хоть что-то. Вот, даже добил его Зевсом. 17-16, кстати, смотрите, наши ангары реально намного более прокачаны, судя по тому, что я вижу, потому что у них... А, ну, может быть, у них сейчас еще кто-то заресается на самом деле. Да, 17-17, блин, надо попытаться ему, наверное, помочь подойти. Блин, как... Это очень непростой бой, если честно. Я прям... Ну, прям чувствую, что это очень непросто. Не, по ходу дела, все-таки 4-3 у нас сейчас, 4 наших против 3 противников. Блин, жалко, что Титана у нас нет. Вот реально, в нашей команде вообще никогда не бывает Титанов. Это прям печально. Ладно, давайте попробуем вместе этими с чуваками пройтись. Лео, конечно, у меня довольно-таки бесполезно. Но я попробую хотя бы с помощью Зевса вносить хоть какой-то импакт в игру. Хоть как-то помогать чувакам. С помощью Наташи я внес гигантский импакт. Лео должен сделать просто хоть что-то. Вот даже, может быть, просто получить урон. Блин, вот нафига он пошел с той стороны, а? Можете мне объяснить? Зачем это было сделано? Так, Зевс промазал, это очень плохо. Ладно, я попробую тогда с помощью Зевса по этому чуваку стрелять. Да, 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 да. Вот надо попытаться. Да, у них еще кто-то заспавнился. Лол.
Плохо, ребята, это очень плохо. Это очень плохо, потому что нас двое, их четверо. Я на самом деле покажу вам обязательно финальную таблицу счета, потому что это, я думаю, что самое интересное, увидеть просто, насколько чуваки, которые играют со мной, просто юзлесные. Вот вы сами увидите, ну... Меня все время это очень сильно расстраивает, если честно. Вот прям реально, реально очень сильно расстраивает. Потому что я вижу, насколько юзлесные чуваки. И просто понимаю, что, блин, ну... А, у меня Зевс. Мне отстрелили Зевс. Прикольно. Прикольно, ребят. Ну, давайте посмотрим таблицу. Итак, вот это на самом деле ключевой момент для понимания, просто какие чуваки в этой игре, ребят. Смотрите. 1,5 миллиона дэмэджа. 1,5 лимона. 200 тысяч, 300 тысяч, 300 тысяч. У них, конечно, есть чувак, у которого 100 тысяч, но все остальные нанесли 400, 500, 600, миллион, еще миллион. Это тоже нанес миллион почти что, это круто. Вот эти вот три чувака, не знаю, что делают, зачем они вообще играют в игру. Ну, печально, честно признаться, реально печально, потому что мы, конечно, с вами никакие очки чести не получили, и нам придется сражаться еще раз для того, чтобы, я надеюсь, у нас все с вами получилось. Я не хочу, на самом деле, на маяках, хочу, наверное, еще поиграть... в смертельной битве. На самом деле, смертельная битва в некотором смысле даже более прикольная, чем маяки. Иногда есть настроение на маяках поиграть, там тоже надо играть уже больше от тактики. Здесь же надо просто... О, кстати, давненько я не видел эту карту. Супер. Ну погнали, ну погнали. А здесь надо просто мочить. И тут на самом деле очень многое зависит именно от огневой мощи. То есть если в погоне за маяками очень многое зависит именно от тактики, то как ты вместе с другими своими соклановцами, ну не соклановцами, так скажем, братьями по оружию, скажем так, будешь захватывать все, то здесь все зависит в основном от огневой мощи. Большая огневая мощь, ты нормально, в общем-то, выруливаешь. Маленькая, слабая огневая мощь, ничего особо сделать не можешь, ты, в общем-то, не выруливаешь. Примерно такое, да, примерно такое. Давайте сюда продамажим немножко через щит. Здесь вот можно здесь вот тоже продамажить как следует. Хорошо, 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 хорошо. Снимаем, раз. К сожалению, этот ушел за... Ой, 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 а что это он делает? Я вот что-то, если честно, и не заметил даже сначала. Что вот это за пушка, интересно, вот, ребят, видели? Она снимает прям очень много хп, и при этом я не очень понял, как она работает. Так, давайте еще подхил. То есть он то ли как взрывается, что ли, самоуничтожается. Я вообще не понял, как это, если честно, произошло сейчас. Даблкил сделан. Ага, давайте сюда теперь. Блин, к сожалению, на меня сразу три робота нападают, я ничего здесь сделать уже не могу. Очень, опять же, печально, что кто-то уже у нас там два раза отъехал. Ну, один раз отъехал я, но я при этом забрал с собой двоих, что ли. Давайте Лео сразу используем, потому что это у меня такой трешовый робот тоже. Блин, на самом деле очень важно выиграть сейчас, потому что, ну, типа, да, хотелось бы затащить, если честно. Так, можно, в принципе, с Зевса туда стрельнуть. В общем-то, почему бы и нет. О, давайте поможем, с удовольствием. Кик, добиваем. Найс, теперь этому помогаем, ну, с этим роботом, так скажем, помогаем. 6-4 тем временем, и у нас, по ходу дела, кто-то хилит, я так понимаю, вот это зеленое, да, видимо, сверху летает и хилит. Ну, давай я тоже подхилюсь чуть-чуть, что ли, немножечко, спасибо. Спасибо, дружище. Блин, хотелось бы как-нибудь поиграть на саппортах, еще ни разу не играл, тоже было бы прикольная тема. Так, я вижу, ой, что-то меня окружили со всех сторон, слушайте. Реально, вот где я не окажусь, меня все окружают, что на той стороне сразу три робота, что сейчас тоже три робота, два спереди, один слева. Зевса успел выстрелить, самое главное, свой самый главный дэмэдж внес. Так, ну давайте, наверное, на эту сторону с помощью Наташи мы сейчас попробуем на тандерах, так скажем, в ближнем бою размолотить. Сейчас посмотрим, как пойдет. Так. Блин, надо... Надо подойти поближе. Надо подойти поближе. Подходим, 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 подходим. Какие-то дебафы на меня повесили по ходу дела. Но ничего, поехали. Угу, понятно. Рано, рано, ждем. Ждем немножко, немножко ждем. Нет, что-то я рано вышел, ребят, что-то рано. Вот теперь атакуем. Вот теперь атакуем. Успеваем его добить до того, как он... Да, успеваем, супер. Он не успел подрубить щит свой.
и, соответственно, выхлапывает очень много дэмэджа. Я, правда, тоже. Не знаю, мне кажется, я делаю ошибки, на самом деле, довольно серьезные, потому что я как-то слишком сильно пушу. Но я не понимаю, где моя команда, почему меня вот этот челик не подхиливал, хотя он вроде бы там находился. Ну, короче, странно как-то немножко. Но ничего. В принципе, мы вроде бы как ведем и по счету, и по количеству мехов. Поэтому без претензий я пока что к своим сокомандникам. Так, что у нас здесь добивают? Молодцы. 12-8 тем временем счет. Я даже допускаю, вполне возможно, что кто-то больше дэмэджа внес, чем я. Такое вполне возможно, потому что сейчас что-то у меня как-то не очень заходит. Жалко, что Наташу тоже я потерял довольно-таки быстро. Но ничего. Ой-ой-ой, сверху тоже кто-то прыгает. Так, 13-8 тем временем. Мы должны сосредоточить огонь на пауке. Дамажим паука. Блин, нас хилят прямо очень сочно, прямо очень сочно. Блин, роботы эти хилеры, это, наверное, реально топ. Кстати, ух, нифига, там с тремя тандерами кто-то жестко на нас напал. Ну что, давайте посмотрим финальную таблицу. Блин, реально три тандера, это жестко. На самом деле, друзья, это был безумно длинный бой. Я так смотрел его уже в полглаза, потому что жестко там чуваки разматывались. Сами видите, я в этот раз... Но смотрите, даже вот в худшем случае, даже когда я, ну, прям вообще не в топе, то есть 800 тысяч, это все равно очень много. Ну и да, чуваки тут нанесли по полтора, ну, три чувака, молодцы, даже вот четвертый тоже очень хорошо. Ну, прям молодцы, команда прям топовая, молодцы, очень классно отыграли. Там у нас на нашей стороне даже Титан был, ну, очень долгий бой, не самый интересный с точки зрения зрелищности, но эффективный, это, наверное, важно. Итак, надеюсь, что вы... Так, давайте вот, ребят, прям серьезно. Ну, уже не очень хочу. Нет. Более-менее, но на самом деле не обязательно. Нет. Вот, то есть примерно такой план. Я очень надеюсь, что выпадет что-то стоящее. Погнали! Последний конверт этой акции, и это энергоблоки. Ну вот, ребят, чтобы вы понимали, выпало мне с этой акции 2 Dragon Calamity и... Просто 6. 7500 энергоблоков. Найс. Ну и 1000, да, деталей Nightingale. На самом деле, не то чтобы совсем плохо, потому что энергоблоки это все равно довольно важная вещь. И, ну, нельзя сказать, что прям плохо, что она падает. Но, тем не менее, конечно, хотелось бы, наверное, что-то другое. Еще 6 лямов тратим на то, чтобы улучшить Dragon Calamity до 7 уровня. Как видите, на 6 она дает 4400, на 7 она дает уже 4800. Поэтому я продолжаю прокачивать пушки топовые. Стоит их прокачивать прям пока есть возможность продолжать. Ну что, друзья, я думаю, что на этом я буду заканчивать. Если вам видео понравилось, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, оставить свой ценный комментарий. С вами же был Чинаски, до скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь.